Тверской мелькомбинат, который находится на грани банкротства. Нидерландская компания Дехой сообщила о намерении приобрести предприятие. Мелькомбинат – одно из старейших аграрных предприятий России, основано в 1879 году. Долгое время компания была лидером отрасли по объему производства и продаж муки и крупы. С 2015 года предприятие находится в процессе банкротства. Очередное заседание арбитражного суда Тверской области по делу о банкротстве состоится 10 января 2020 года. Нидерландская компания Дехойс утверждает, что приобретение мелькомбината позволит завершить затянувшуюся и конфликтную процедуру банкротства и сохранить крупнейшего налогоплательщика региона.